Приоритетом здесь я вижу главным развитие береговой переработки и направление тех квот, которые будут сейчас выделяться на нее. Но здесь, Александр Олегович, к вам обращаюсь и к Андрею Георгиевичу Сдетовецкому. Нам нужно конкретные проекты, которые мы готовы предлагать со стороны наших предприятий рыбохозяйственных, и те меры поддержки государственной, которые потребуются.